Привет, мальчишки. Куда пришли? Мы пришли в ресторан. В ресторан. Что будем отмечать? День рождения моего. Ну да. Хоть оно было и пораньше, но все равно хоть встретились. Ну, да. Это вот машинки такие вот, и Костика теперь новые. Ждем, заказ делали, ждем пиццу. Вот это пицца. Пицца фирменная, называется Барола. Барола. Ну что, вкусная пицца, Костя? Да. У него такой десерт с чаем. Кушайте, не наедитесь еще заказом. Не трогать. Пиццу не доели, едоки самарские. У Димки шоколадное мороженое. А у Костика клубничное. Сейчас Костику принесут еще десерт. Костя, ну тебе понравилось здесь? А тебе почему не понравилось? Я за него отвечала. Хулиган ты, Дим? Наши уважаемые КСК дождались, когда холода наступили и дождь пошел. Вот дождь идет, все мокрое. Начали нам козырьки делать. На тоненьких ножичках. Я потом отдельно покажу, отсюда не видно. Вот. И приблизить не могу. Сейчас, наверное, мой козырек приеду сюда делать под дождем. Вот, и мне интересно, наверху будет еще крыша? Но я думаю, что вряд ли. Вот они нам так сделали, чтобы снег туда нападал. Это вообще пипец. Сейчас посмотрим, куда они поедут. Совсем уехали. Ну правильно, сколько можно под дождем мокнуть. Но я немножко в шоке. Если так оно и будет, то дождь, конечно, снег продавит. Вам, наверное, не видно. Козырьки над крыльцом. Ну нет, наверное, не будут Саш делать. Они вообще уехали. Яблочки наши зимние. Посмотрите, какой букетик. Сегодня мы привезли с дачи. Поехали посмотреть. А там дождь зарядил. Хотели смородину обработать. На даче мы какие дела сделали? Сделали свет, чтобы у нас был круглый год. Подсоединили нас к другому кабелю. Вот такой вот букет. Шикарнейший. Шикарнейший. Вот. И скважину пробурили. Со станции. Станцию поставили. Хочу сказать, сок какой появился интересный. Мы уже брали нектар из манго. Но, Саш, походу, или такая же бутылка. Я ее выбросила. В одной пятерочке я где-то за 140 или за 150 рублей покупала. А сегодня в другой пятерочке мы купили за 119. Вкусный сок. Жду, когда перчики испортятся, семена забрать. А это инжирные помидоры. Мне соседка по даче дала тоже. Семена хочу забрать. Вот у меня тут вызревает, воспевает. И варю бульончик. Купила сегодня две... Такие вот ножки индюшачьи. Инди Лайт. Вот. И сегодня у нашего зятя юбилей. Пойдем мы дарить электрогриль. Погода дрянь. Всего лишь у нас, сейчас скажу, 9 градусов. Отопление нам еще не дали. Хотя отопительный сезон начался со вчерашнего дня, с 28 числа. Сегодня 29 сентября. У нас холодно, ну, мы греемся, я даже вот так хожу еще. Мы греемся, у нас вот есть батарея, Иван еще в колготках ходит. Вот. Сегодня я пересадила свою бенджамину вот в такой красивейшный горшок. Потому что горшок уже стал мал, корни даже вылазить начали. Вот так вот.
какие сегодня у нас были дела. Пересаживала розы вообще. Чудо. Думаю, что они там будут на даче портиться. Представляете, вот это моя невестушка. Все цветет. Считай, все лето. Красота. А это вообще чудо. Чудо. Чудо розы. Так что к 6 часам мы пойдем на день рождения. Все дела переработали. Остались вот яблочки. Балкон почти чистый. Осталось вот потом цветочки отцветут. Беру. Ну вот, пока и все. Чайник, хочу сказать, шумный очень. Если, например, кто-то отдыхает, спит, его включить, это, считай, разбудить всех. Очень шумный чайник. И вот от этого пластика, когда нагревается чайник, немножечко запах присутствует пластика. Вот так вот. Поэтому чайник здесь. Мой комбайн Китфорд. Не комбайн, как он, миксер планетарный. Переместился на подоконник. Больше некуда поставить. Маленькая территория у меня. Хотели дела сегодня на даче поделать, и дождик нам не дал. Все лето. Ждали мы, когда они нам козырьки начнут делать. Ну, дотянули вот до холодов, до дождей. Проект они составляли, как нам козырьки сделать. Но я подумала, что сверху ведь тоже крыша нужна. Ну, неужели они так оставят, а? Меня прям это беспокоит. Наверное, я вам потом сниму на другую камеру, потому что с той камеры можно приблизить и показать. Они как коробку поставили. Коробка, не закрытая коробка. В эту коробку и снег нападает, и снег превратится в лед. И там стоечки такие тонюсенькие. Как в игрушки играют. С ЖКХ у меня теперь отношений никаких нет. Я с ними рассорилась, поэтому я больше не принимаю участие в их играх. Они работают только на обмане. Поэтому я им сказала, выбирайте других старших по дому, чтобы они могли вам в случае чего перегрызть глотку. А я не могу, потому что мне свое здоровье дороже. Поэтому я с ними больше не работаю. Ой, сеточки надо будет вытаскивать, помыть, убрать. Погода уже все, наверное, не будет. Бабьего лета не будет, что ли, Иваныч? Купили 2 подарка на день рождения родственницы. Сегодня идем на день рождения. У нас как началась осень, у нас пошли юбилеи и дни рождения. Вот такая вот емкость для запекания. Я вообще стараюсь подарки делать такие, которые сама бы хотела дома иметь. Вот эта емкость где-то она стоит около 1980. И вот такой вот ковшик, по-моему, 940. Такая ручка красивая. И я не знаю, как камень какой-то мраморный. Это с чего, не знаю, надо почитать. Я еще даже не читала, из чего этот ковшик. Вот к 6 часам пойдем на день рождения. Вот такой вот подарок.